Советский Союз накануне войны. Группа немецких инженеров свободно приезжает в командировку на завод. Немец Ханс совершает фатальную ошибку. Взрывается печь и гибнут люди. Единственный, кто знает о роли Ханса в трагедии, его советский коллега Петр. Если ты не будешь молчать, если ты кому-то проговоришься, тогда мы попадем в тюрьму. В тюрьму, понимаешь? Таким образом, оба оказываются связаны роковой тайной. Драма Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» 20 августа на телеканале «Самара ГИС».